Привет всем! А ну-ка, ловите лайфкаку от дяди Димы. Кто первый догадается, что вот это вот за мягкая такая шлангообразная проволочка и почему она подключена к вот таким вот достаточно толстым проводам через вот такой вот разъем? А еще, при чем здесь банка перловой каши? Каша поганая, без мяса, только с комбижиром. Но жрать можно, в походах пригодится. Так вот, чтобы разогреть банку каши в походе, можно не разводить костер, особенно если вы где-нибудь там в мокром и сыром месте набайдарничались или нагреблись на каяке. Берем вот эту вот маленькую фигню шлангообразную, накручиваем ее на банку, а дальше будет вот так. Подключаем к этим вот проводам вот этот вот аккумулятор. Ну, надеюсь я, конечно, что у вас аккумулятор всегда в запасе имеется. Подключили и подождали немножко. Взрыва не произойдет, дыма тоже не пойдет. Все безопасно, аккуратно и причем скрытно. Можно в шпионских целях использовать. Кашка потихоньку подогревается. Мало того, этот же вот теплый шланг, который подогревается от аккумулятора, можно наматывать себе на руку, на горло, если вы простыли, на пятки, если ноги отморозили, или еще на что-нибудь такое продолговатое, что вы хотите отогреть. Ну или может быть цилиндрическое. В общем, вот такая вот чудесная проволочка. А откуда же она взялась, из чего я решил, что вдруг она вот может консервы подогревать, и почему я вот так вот вам ею хвалюсь? Да дело в том, что проволочка эта на самом деле с японских и с корейских рыболовных шхун. Служит она, конечно, там не совсем для подогревания консервов, а для того, чтобы... А чтобы вы легче догадывались, для чего эта штукенция служит, я покажу вам ее конструкцию, но не прочитаю инструкцию. Вот эта штуковина. Вот так вот упакована. Вот. Подключаться она может к разным сетям. На самом деле эти штуки, они очень разные. Они там бывают красных цветов, желтых цветов, вот таких оранжевых цветов. И все это зависит от вольтажа бортовой сети катера или парохода. Именно там используется вот эта вот фигня. С этой стороны у нее закрепляется большая металлическая пластина. И служат вот эти штуковины для того, чтобы когда морозилка в пароходе рыбодовыбающем очень сильно обмерзла, растопить лед, и можно было этот лед блоками достать вместе с замороженным кальмарой, рыбой, тунцой или прочей крабовой требеденью. Вот именно для этого и применяются вот такие гибкие, надежные, хорошо изолированные от воды, герметичные, но при этом хорошо исполняющие функции вот такого вот гибкого подогревателя. Можно сказать шланги, можно сказать провода, а можно сказать оранжевые веревочки. И пользоваться ими можно долго. Используют их рыбаки, поэтому сделаны они очень надежно, качественно, не боятся морской воды, соли. И хотя железяки, когда ржавеют, от них отваливаются, сами вот эти пакетики-брикетики можно хорошо использовать в своем домашнем хозяйстве. Понравилось вам видео, не понравилось, но этот лайфхак, я думаю, пригодится многим, кто ходит в туристические походы, особенно по мокрым местам. А на этом все, ребята, пока, до следующих встреч.